Дом 2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Свободные от отношений Иван Барзиков и Марина Мексика хотят улететь на остров любви. Илья Ебаров устроил Кате выходной на природе. Заряд положительных эмоций был обеспечен. Дима Дмитренко недавно от ведущих узнал, что скоро будет конкурс «Свадьба на миллион». И по прилету Дима с Олей обязательно будут участвовать. 6 пар улетят на остров и будут бороться за миллион. Потом 3 пары, которые выйдут в финал, вернутся на поляну и продолжат борьбу. После расставания с мужем Ольга Бузова, как и многие женщины в подобной ситуации, решила резко измениться. Телеведущая впервые перекрасилась в шатенку. Ведущая шокировала всех, появившись в новом образе на съемочной площадке «Дома 2». Нравится ли вам новый образ Бузовой? Пишите комментарии. Глеб и Елисей прилетели на Сейшелы. Глеб сразу начал искать Лизу. И когда нашел, не отходил от нее ни на шаг на протяжении всего дня, вечера и ночи. Елисей общался со всеми девочками, не выделяя кого-то конкретно. Интересная новость сайта «Шлок». Марина Африкантова призналась: «Я много думала о своем нахождении на проекте, когда была дома. Скажу вам одно, за периметром делать нечего, все дорого, кризис. Не знаю, что буду делать, когда меня попросят отсюда». Рита Керн встала на защиту женщин и призвала их к действию. «Девочки, смотрю я на некоторых тетенек, и мне их жаль становится. Ходят на дерьмовую работу, пашут как лошади. Дома еще муж нищеброд лежит и что-то требует. Дети кричат, а получают эти женщины за свою работу 40-50 тысяч, и это в Москве. Что за фигня? Куда катится мир? За каких бомжей вы замуж выходите, которые заставляют идти своих жен идти работать в продавщицы? Умоляю, девочки, найдите себе хорошего мужика, который вас будет содержать». Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.